Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги-моделисты. С вами я, Роман, и это наш шестой выпуск. Уже шестой. Да, шестой выпуск нашего видеообзора, который называется «В мире моделизма». Сегодня я хочу представить вам модель американской гаубицы М1. Вот, в 72-м масштабе модель, изготовлена фирмой ACE, это украинский производитель моделей, который делает модели по технологии литья под низким давлением. Итак, начнем наш обзор. Здесь мы видим красивую коробку с красивым бокс-артом, на которой изображена наша гаубица. Вот. Здесь мы видим различную продукцию, которую выпускает эта фирма. Здесь мы видим краткое описание на двух языках, английском и русском. Итак, откроем коробку, посмотрим, что внутри. Так, ну, в первую очередь, что нам бросается в глаза, это инструкция. Стандартная ЦИшная инструкция, выполненная как листок формата А4. Довольно качественно напечатанная. Здесь мы видим на первой странице без всякого описания, без всяких условных обозначений. Что, кстати, очень свойственно для ЦИ. Они обычно редко очень показывают какие-то условные обозначения. Так, здесь мы видим нумерацию деталей на литнике. Так, здесь у нас непосредственно инструкция по сборке. Вот. И здесь инструкция по окраске. Вот. Ну, инструкция выполнена на троечку. Можно было и получше. Хотя модель небольшая, несерьезная, поэтому, я думаю, мало кто из разработчиков задавался вопросом, чтобы сделать здесь нормальную качественную инструкцию. Так, что касательно самого пластика. Ну, как мы видим, пластик дан здесь одним всего лишь литником с небольшим количеством деталей. Но что хочется отметить, детали выполнены довольно-таки качественно. Дефектов литья я не наблюдаю, то есть ни утяжен, ни облоя, никаких дефектов, ни недоливов, ничего этого нет. В принципе, ну и понятно, потому что модель довольно-таки свежая, появилась довольно-таки недавно. Вот. Ну, что можно сказать. Модель данная стоит 28 гривен. В пересчете на доллары это 2,5 доллара. В пересчете на рубли это около 80-90 российских рублей. Стоит ли покупать данную модель? Я думаю, в принципе, если вы любитель артиллерии, любитель 72-го масштаба или просто любитель экзотики, то рекомендую. Данная модель в данном масштабе безальтернативна. Вот. Насчет удовольствия по сборке, ну что могу сказать. ЦИшные модели, их довольно приятно собирать, ну довольно геморройно. Так что покупать данную модель или нет, решайте сами. Вот. Ну а на этом я буду заканчивать наш уже шестой выпуск передачи «В мире моделизма». С вами был Роман. Пока.